Служили играть на самых главных кортах своими победами. Одна выиграла 5 Умблдона, другая 4. И поэтому... Ну вот какая сила. Ох, какое время, да, Анна Владимировна? Да, безусловно, сразу после окончания, наверное, скорее всего, женской игры. Но на канале онлайн с Викой Азаренко. Этот матч мы транслируем на канале онлайн. Но те, кто смотрит Шарапову, могут узнать от нас радийный вариант. Ой-ой-ой, видите, камера Шопен. Надя Петрова хорошо начала. 2-0 она ведет против Вики Азаренко. Что-то как-то передвигается, но все-таки. Ну вот, выиграл мяч. Ну, это хорошо. Да. Ух ты, какой прием. Вот стартовая нервозность. Ой, как играет сейчас. Турнирной таблице и продолжают борьбу. Ух ты! Ну это вот такой случай. Ну это вот коронный. Вот. Хороший прием-то был какой. Как она сейчас запилила. Вот это... хороший прием на приеме. Сет выиграть. Первый гейм хотя бы на чужой подаче взять. Ну тут-то и надо вообще один гейм выиграть, все на чужой подаче. Тогда может быть все спокойно. Вот опять по центру все время играет. Да, молодец. Да, молодец. И смотри, третий эйс. А? Еще. Восстанавливает равновесие, но... Вот посмотрите, какой прием. Я... Ну, хорошо. Все время ощущение, что важный момент. Отлично. Попала, вот это вот, тогда та сохранит свое это вот напряжение и не успокоится. Вот. Ой. Ну это вот, что? Это. Хорошо. Как подала? Попала. Попала, молодец. Маша, попала. Откуда, как страшно. Куда? Да, ну вот и подача прошла. Потому что успокоилась. Да. Манере очень быстро, сейчас Вика мощно. Вика усилила игру, и кроме того, она скорость у нее совершенно другая. Выиграла первый мяч, которая... Хороший был удар сейчас. Да, хорошо, возьмем сейчас. Карай Возняцкий против Доминики Цибука будет играть на этом корте по окончании. Ух, какой хороший. Да. Как хорошо. Но... Лучше даже. Подавать. Да, вот видите. Она... Вот
слева. Ну, хорошо, слева, да, слева ей, принимает просто. Куда сыграла сейчас, непонятно. Принцесса и принца, да? У них тяжелая работа, они должны их развлекать. Они без остановки говорят, как их показывают. Это проверяю сейчас китаянка. Ну, там рядышком был с ними мяч. А он задел, да, линию, так что счет стан. Чуть-чуть потянул. Больше. То есть гей. 61. Ну, правда, в первый вот на тайбрейке лишь одержала победу. После окончания встречи Бартоли и Уильямс. Ну, здорово как, а? Ну, как сильно. Опять ответ какой был. Ау. Как защищалась хорошо. Да. Ну, а вторая партия завершилась счетом 6-1. И Сабин не может ему Машу. Нет, вот такой удар. Взял победу над Малисом опытным, выиграв 3 сета подряд. И после затяжного матча с Игорем Андреевым просто заиграл великолепно, да? Да. Томич. Он в четвертьфинале. Ну, а Маша одержала победу, выиграв первый сет. Немножко помучилась где-то в начале, не все шло так, как, наверное, хотелось. Ну, а во второй партии уже полное преимущество было у Шарапова. Я очень рада, потому что я знаю, что у нас в стране, у большинства болельщиков тенниса, любителей тенниса, уимблдонский турнир не теряет смысла. Потому что я знаю, что у нас все...